В этом турнире главные участники – слоны, и проводится он тоже ради слонов. Все вырученные средства пойдут на улучшение жизни этих животных в Таиланде. В окрестностях Бангкока стартовал ежегодный международный чемпионат на Кубок Короля по поло на слонах. Участвует в нем 51 уличный слон. Их привезли специально из восточной провинции Сурин. Впрочем, для толстокожих участие в турнире не работа, а скорее хороший отдых. Никаких специальных тренировок перед чемпионатом они не проходят, только медосмотр. Каждый слон участвует в игре в общей сложности не больше получаса в день. Длятся соревнования 4 дня. Некоторые из этих слонов очень тяжело работали, порой не в лучших условиях. Сюда они приезжают на неделю отдыха, с нами у них каникулы. Их осматривают врачи, им делают массаж, прекрасно кормят, ну и немного игры каждый день. Так что они хорошо проводят время, а средства, которые собираются за неделю с их помощью, помогут улучшить их жизнь в будущем. Такой турнир в Таиланде проводят с 2001 года. На поле состязаются по две команды, в каждой из которых по три слона. Трудность в том, что играешь на очень большом слоне с очень длинной клюшкой и очень маленьким мячом. Приходится следить за всем сразу, работать вместе, потому что очень просто упустить мяч. Просто пролетаешь мимо него, а вернуться уже сложно. Ну а в конце игры, как положено, угощение. Шведский стол из фруктов.